Всех приветствую, мои родные, любимые и сердце моим, дорогие христолюбчики, брат и сестры в Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого-самого доброго и светлого. Сегодняшний наш ролик, название я, правда, еще не придумал, ну, пустое и важное, я сделал на значке видео. Смысл такой, в конце который я раскрою, вы, отцеживающие комара, а верблюда, поглощающие горе вам, Учителя, слепые вожди слепых, которые обходите мой и суши, дабы поглотить хоть кого-нибудь и делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Об этом мы сегодня будем говорить. Кто попал на это видео случайно, с кем-то поделились, впервые смотрит мой канал, и в частности это видео. Вы ничего не поймете из сегодняшнего ролика, если вы не посмотрите вот это вот видео с таким значком. Дева ли была Мария, в котором я затрагивал тему о том, что была ли Дева Мария, Мария, девственницей во время зачатия Иисуса Христа, Дух Святого, и осталась ли ей после того, как она родила Бога, явившегося во плоти. Я всем рекомендую, естественно, перед просмотром этого видео это, это видео посмотреть. Ссылки я постараюсь везде добавить и в подсказке наверху, и в описании к этому видео, и в комментариях. Если забуду, пожалуйста, напишите мне комментарии под роликом я обязательно эту ошибку свою поправлю сегодняшний ролик он по сути является работы над ошибкой на тем видео после выхода выпуска этого видео его просмотра некий человек написал мне комментарий который я сейчас вам зачитаю и именно благодаря этому комментарию поводом он и явился для появления во свет вот этого сегодняшнего видео, которое вы смотрите. Некий Паул Фрост пишет мне под этим, под прошлым видео, где вы ли была Мария, комментарий. После того, как Сретение Господне, состоявшееся на сороковой день после Рождества, ты называешь обрезанием, имевшим местом на восьмой день от рождения Иисуса, вопрос о том, насколько ты хорошо знаешь христианство, с повестки дня снимается. Дальше можно не смотреть. Я в ролике Сретение Господне, который был праздник у православных, назвал обрезанием. Сам я, кто захочет узнать обо мне, моей жизни подробно, найдет все видео. Кто захочет, можете спросить в комментариях, я дам ссылку на плейлист обо мне и моей жизни. Или на моем отдельном канале Христолюб Лайф можно все эти видео найти, этот плейлист. Сам я 10 лет христианин, из них, так скажем, от 3 до 5 лет практиковал православие, практиковал, я служил даже в храме, алтарником, чечецом, год я прожил, даже, даже ну, почти 2 года я прожил и прослужил при некоем батюшке-монахе в самом храме, я прекрасно знаю христианство, я нормально знаю православие, я хорошо знал весь круг, круг богослужений православных. Но после некоего периода моей жизни я, естественно, православие как гремучую и заблудшую секту оставляю и стараюсь забыть все, что она несет мир, в мир. Да? И я, в принципе, иногда, когда касаюсь православия в своих проповедях, я, когда я касаюсь каких-то конкретных вещей, я очень часто перед роликом говорю, что простите мне то, что я уже со временем специально стараюсь забывать. И я могу ошибаться в цифрах, в названиях, в именах, в каких-то даже, может быть, неких событиях. Потому что православие я уже года три тоже не практикую. Не практически, не теоретически, естественно, многие вещи забываются. Андрею под комментарием я так и написал. Ролик был, был мой посвящен, тот о Деве Марии. На день православного праздника Сретения Господня, как они его называют, День православной молодежи. И я записывал этот ролик, в принципе, кто помнит, я там говорил, услышав речь патриарха на кухне, готовив себе обеденную трапезу, у меня есть бабушка 95 лет, еще здравствующая, и она слушала эту проповедь, и я, услышав ее, захотел записать вон то вот видео. Давайте прочитаем, что же дальше я Отвечаю Андрею, а он отвечает мне. Посмотреть дальше стоит, ибо эта ошибка, я признаю, что это моя, так скажем, техническая ошибка, ибо эта ошибка, суть моего посыла в этом ролике абсолютно не меняет. А моя ошибка говорит лишь о том, как хорошо я забыл бредни православия, который углубленно практиковал, а не о моих знаниях христианства. Ибо слово «сретения» нет в Евангелии, а православные не могут же общаться по-русски, им надо обязательно выпендриться, говоря по-церковно-китайски. Ну и Паул Фрост отвечает мне на этот комментарий. Я ему после этого больше уже ничего не ответил. Зачем тратить больше часа времени, ну тот ролик больше часа у меня, если в трех строчках твоих комментариев через слово глупость и ложь. То есть человек оценивает меня по трем строчкам моего комментария. Сам ролик он не смотрит, но он меня оценивает, да, и пишет мне четыре пункта. Ты не ошибся и не, не оговорился. Ты банально не знал о смысле праздника Сретения. Признавай не ошибку, а некомпетентность. Ну, сейчас мы еще об этом раз поговорим. Я признаю свою ошибку в том, что я, я когда говорил даже Сретень, я реально забыл, конечно же, что означает это греческое слово, обозначающее встреча. И сейчас мы с вами и в том ролике, я не стал зачитывать дословно Евангелие от Луки, тот эпизод, где якобы, в чем смысл встрети, почему православные так называют этот праздник, что... Богу приимец Симеон, как его называют, встретился с Богом. Хотя мы сегодня уж, конечно, теперь, отвечая на этот комментарий, я полностью зачитаю тот эпизод из Евангелия от Луки, мы увидим, что никакого слова я. причем в непереведенном интерпретации греческого, греческой буквицы, как хотите, естественно, в Евангелии в том же самом синодальном нету. И тот же самый Лука. Не называет его там еврейским наименованием еврейского праздника. Но об этом позже я хочу вам, в принципе, зачитать просто. Э Хотя давайте мы два зачитаем его пункты, они одинаковые, и мы перейдем к Луке, а потом мы продолжим. Ты лукавишь, когда говоришь, что слова средние в Евангелии нет. Перевод с греческого, вот именно с греческого, это «встреча». И в Евангелии говорится о сотнях встреч Иисуса. Он только и делал, что встречался то с бесноватым, то с ученикам и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, давайте переходить к Евангелию от Луки и зачитывать последовательно эпизод о Сретенье, как он говорит, да, встречи Симеона Бога с Иисусом. Читаем внимательно. Есть ли слово «сретение»? По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, вы видите у вас на экране Евангелия от Луки в синодальном переводе, в обычном классическом синодальном, переводе. Единственное, что я добавляю, эти тексты э, все есть на моем личном авторском христианском сайте. Я добавляю сюда иллюстрации, чтобы было понятно. У вас на экране целиком эпизод без вырванных стихов. От контекст весь, от начала того эпизода, как это все началось, начало, и заканчивается. И дальше переходит, кто помнит, повествование, я вам могу картинку показать, к 12-летнему Иисусу, как он вы помните, остался в храме для общения со, там, со старейшинами да, и фарисеями. Вот весь эпизод, от начала до конца. Давайте же его прочтем, как его пишет Лука. Причем прочтем мы пока всего лишь два стиха. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисеева принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по сказанному в законе Господнем, две горлицы и двух птенцов глубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, да коль не увидит Христа Господня. Вы где-нибудь вот сейчас я зачитывал, вы услышали слово «сретение»? Я нет. Хорошо, Фрост пишет, что есть слово «встреча». Вы слово «встреча» услышали? Вам еще раз зачитать? Я этого делать не буду, вы сами открываете Евангелие от Луки, причем в синодальном переводе, ибо человек этот православный, который меня укоряет в некомпетентности, и читаете. И вы читаете, внимательно текст, анализируй его, всматриваясь, вчитываясь, вдумываясь, и вы увидите, что никакого слова встречи нету. Тем более нету слова сретенье. Почему вы не назвали, я сейчас к православным обращаюсь, почему вы не назвали праздник «встреча с Господом? По-русски, всем понятно. Вот если православные 15, это было 15 февраля 2020 года, я вот как... Я почему и написал этому Фросту некоему простой ответ, чтобы если бы вы не выпендривались, действительно, и говорили русским языком с людьми, если бы вы вынесли Евангелие в мир, вы бы разговаривали с людьми на понятном языке. Ваш телеканал, тот же самый Спас, на котором и шла э, празднество, все эти показывали, проповедь, проповедь патриарха, ведь он доступен всем, как любой сейчас интернет, любой канал. Если бы вы говорили на русском языке с русскоязычной публикой, ведь все остальное вы говорите на русском, то любому нормальному человеку было бы понятно, чему посвящен праздник. Праздник встречи с Господом. Слушайте, как еще замечательно, как сладко-то и красиво складывается встреча с Господом. Да, бывают иногда некоторые словечки, хочется вкрутить иностранные, кто знает, вся Россия 17-18 век любила французский язык, вкручивала там аристократия эти французские словечки в свою речь. На каком основании вы вкручиваете греческие слова? Вы что, не могли праздник назвать встречи с Господом? Куда еще понятнее, проще и красивее? Я поэтому просто и написал без лишнего какого-то сарказма или лукавства или еще чего то что вы именно выпендриваетесь потому что праздник по нормальному почему вы праздник православ его же приравняв к празднику еще назвав его праздником православной молодежи почему вы не назвали ортодоксальной молодежи ведь это никому не непонятно а почему вы не назвали православных students или как там юнцы по английски я даже не хочу сейчас гуглить мне это не интересно. Почему вы по-русски говорите, что праздник Сретения, Господня – это праздник православной молодежи, а не праздник православных э, юношей по-английски или по-гречески, хорошо? Это вы лукавите. И я как бывший, когда-то практикант, пр, пр, человек практиковавший православие, как я вам уже сказал, кто я был, я еще и служил в храме, помогал некому священнику, причем монаху, и сам я был полумонахом, так скажем, жил в этом храме. Несколько лет все эти службы проходил. Я прекрасно знал, что такое сретение. Но, естественно, когда человек что-то не практикует, не использует в своей речи, в своих мыслях. Конечно, я же забыл. И я не скрываю. Единственное, я говорю, я, я бы не назвал это ошибкой. И сегодняшний ролик работает над ошибкой в некотором плане, над тем роликом. Что мне даже лень было действительно вспоминать, что это, что они назвали. Вот эту вот встречу Евангелия, я знаю, как всем говорю дословно, и кто меня давно смотрит и знает, знает, потому что мое доказательство того, что я знаю его и христианство, есть на этом канале и на другом. У меня на канале Христолюб Библии и Чтения Иных Писаний целиком записан Ветхий Завет, кого, чего нету, наверное, пока я еще не нашел в Ютубе ни у одного проповедника христианства. И человек меня укоряет в том, что я христианство не знаю. А православие я успешно, чему очень рад, и вы знаете, я даже рад этому, мои ошибки, что это лишний раз засвидетельствовал, что слава Богу, я все это забываю. И мне даже лень было разбираться. Потому что как его назвали православные, мне не важно. Я слышал проповедь на этот праздник патриарха и хотел сказать, рассказывал он проповедь свою на основе евангельского события, эпизода о встрече Симеона, как его прозвали богоприимцем, с младенцем Иисусом. И уж это место я прекрасно знаю. И именно на это место и на речь патриарха я давал свой комментарий и записал вот такую свою проповедь. От того, что я с Ретени не вспомнил, что это именно не обрезание, и заметьте, я хочу теперь обратить ваше внимание очень пристальное на то, как написал это Лука, автор Евангелия своего, по прошествии. Он эти стихи даже не разделяет, он вообще обрезание от дня очищения женщины, якобы нечистой перед Богом после рождения ребенка он вообще их не разделяет. У него эти события, он обрезанию ничего не посвящает, кроме, заметьте, одному стиху. Давайте внимательно еще раз прочитаем эти стихи. «По прошествии восьми дней...» Правильно, когда на восьмой день обрезали еврейских мальчиков. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца Иисуса, дали ему имя Иисус. Ну, это я уже добавил младенца Иисуса. Младенца дали ему имя Иисус. То есть, Господа, которого родила Дева Мария, она на восьмой день с Иосифом приносит в храм, его обрезывают, нарекают именем, которое еще ангел говорил Иисус, прежде его зачать в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим. Вы знаете, я даже когда, естественно, я этот эпизод помню, и вы видите, с чего он начинается. Мои, кар... мои картинки на сайте всегда отделяют вот эти эпизодические вещи – у меня даже нет картинки отдельно на обрезание какое-то, да, там, Господа, и отдельно на вот это, на сретение. Хотя, слушайте, если, вот я просто хочу сказать Фросту этому и ему подобным православным, а тогда обвините Луку за то, что он эти праздники никак не назвал. И если вы не в курсе, то вообще-то у евреев, у иудеев эти праздники называются своими именами. Праздник обрезания, День очищения, у них есть свои еврейские названия. Сначала предъявите тогда луке, потому что с встречи назвали его вы. Для любого вас по этому спасу мог услышать еврей-человек еврейской национальности. Более того, вас мог встретить человек не просто еврей, а у иудейской, иудейской вероисповедания. И для него сороковой день очищения – это не сретение, Господа. Это для вас Евангелие. Если вы захотите, чтобы вашу проповедь услышал Иудей и покаялся в грехах своих и обратился во что? В истинную веру в том, что человек творит добро, в Евангелии Иисуса Христа, в том, что человек ты свободен творить добро и от добра своего поживать либо вечное благо, либо вечные страдания – как вы обратите этого человека, как вы ему донесете суть? Разве для еврея, иудея, он точно так же вас, православных, как вот меня, Фрост, в чем он меня тыкнул? Это разве духовная ошибка? Разве эта ошибка могла Фросту помешать, ведь это мы с ним потом стали переписываться, помешать смотреть мой ролик чуть дальше второй минуты? где он услышал, что я все-таки... Я еще когда говорил, я еще... Я некоторые вещи, знаете, я как проповедник, конечно же, как э, человек слова, когда говорю, думаю, что говорю, да, и, и кто знает, что это такое блогерство и вообще ораторство, тот знает, что, в принципе, ты успеваешь анализировать то, что ты думаешь. И я когда говорил, я же помню, что я тоже, я что-то колебаюсь, думаю, смотрите, нет, обрезано или не обрезание. Ну, про иосиф понятно, что речь идет все об этих событиях. Думаешь, ну, вот именно потому, что в евангелии это вообще нет. И то, что Фрос попытался лукаво мне показать места, что слово «встреча» русское, уже синодальное слово «встреча» все время встречается, вот именно самое удивительное, что в этом празднике, которого назвали «встреча», даже русское слово «встреча», а я с вами уже прочитал практически весь эпизод, не читая сейчас речи самого Симеона, вы помните, да, когда он будет говорить о младенце Иисусе, пророчествовать, да, Деве Марии о том, что это оружие пройдет душу, мы с вами все дочитаем, чтобы не осталось никаких сомнений, но... Когда он это говорит, и когда мы все это с вами читаем, разве здесь есть слово «встреча»? Вы услышали его? Я просто не буду сто раз перечитывать. Еще раз перечитайте с какого там... Ну, весь эпизод с 21 по 40 стих. Мы с вами прочитали пока до 28. Это достаточно, потому что они уже встретились, и младенец уже у Симеона на руках. Вы услышали слово даже «русская встреча»? Нет. Почему нормальный человек, даже такой, как я, который уже оставил православие, стал от всех этих заквасок просто, я говорю, я даже рад, что я так, я говорю, ошибся, лишний повод был поговорить из сегодняшнего ролика, я опять извлеку много пользы для тех, кто услышит мои речи. Кто знает, я потом блокирую очень многих, и Фрост я в том же самом отправил Та же самая участь постигла и отправила в бан. Я не хочу свой канал превращать в видео-ответы, перепалки с людьми, которыми просто от истины настолько далеки, насколько небо от земли отстоит. Вот. Но из этого ролика я долго думал, как его назвать. И вот назвал именно, да, отсаживающие комара, верблюдопоглощающие. И в конце вам зачитаю целиком 23 главу Евангелия от Матфея, речи Иисуса. Чтобы мы хоть какую-то пользу получили. Вы назвали праздник... Вас еврей не поймет, иудей не поймет, неправославный не поймет. Речь, которую говорил Иисус, и все ваши эти празднества, они показываются по всем телеканалам. Они даже показываются по государственным каналам. В новостях показывают, как вы выступаете, отрывки ваших проповедей. Говорят, сегодня там у православных даже якобы э -э независимые каналы, там, ну, в России первый, второй НТВ, они же показывают праз... православные празднуют сретение, могут вставить кусочек проповеди там патриарха или какого-то известного в ваших кругах человека. Вы назвали праздник, который нормальному человеку, здравому человеку, не находящемуся в... в православной секте, ничего не скажет, вообще ничего. Что такое сретение? Встреча с Господом, может быть, у человека что-то зашевелится, он даже захочет узнать, а кто, как Бога можно встретить? Сретение ему ни о чем не скажет. Это греческое слово, которое надо еще переводить. А человек знает, что это греческое слово, он куда полезет? Ему это слово покажется каким-то даже противным. Что такое сретение? Что это такое? Вот и все. Вся моя ошибка была чисто техническая и в моей лени, которую, как как видим, получилось даже в пользу и что я именно сказал вслух, я думал, произносить или так сказать, там, вот проповедь патриарха на Сретине, или сказать, что это на обрезание, решил сказать. И как мы видим, у Луки, Лука этот эпизод, и Лука, естественно, сейчас мы с вами прочитаем весь целиком, законченный момент. Слушайте, Лука нам доносит эти события все, вот именно. Они вообще, раз, разве ради обрезания Иисуса нам все это рассказывается? Раз, ради того, чтобы мы узнали, что Мария по закону Моисея принесла жертву для своего очищения, нам вообще Лука, вот это сейчас все кусочек мы с вами дочитаем, он вообще ради чего нам все это повествует Евангелие? Чтобы мы вот на это внимание обратили. Его внимание все сконцентрировано, всего два стиха этому посвящено, что Иисуса младенца по закону Моисея обрезали, а Дева Мария и пусть это разница там 8, там 32 дня, а Дева Мария, пусть это все вообще был бы в один день. Родился, обрезали, она очистилась. Давайте все это сожмем во временном промежутке. Это вообще не имеет значения на какой-то день, но ну, только для фанатиков закона Моисея это может иметь значение. Потому что так написано, надо делать. Для нормального человека мы понимаем, что в духовном плане мы можем сжать эти события, что я и сделал в своей голове, потому что я знаю откуда это, я знаю откуда эпизод описываем события встречи Симеона с младенцем Иисусом. И здесь нету концентрации Луки на моменте внимания духовного человека, который будет читать его духовного внимания притягивание его мысли к тому, что все это по закону Моисеева, все это исполнили Дева Мария. Разве мы вообще Евангелие читаем ради этого? Вся эта встреча богоприимца Симеона, как его называют, богоприимцем, с младенцем Иисусом, была только ради того, что он скажет Деве Марии, ради этой речи. И я как раз в том видео о Деве Марии и показал бред вот именно православия, о том, что они этот эпизод... Я, вот, я даже рад, что Фрост, естественно, отреагировал, и мы все это в комментариях написали, сейчас я записываю ролик, чтобы показать еще больше бред. Мало того, что вот именно речь, которая была ради всего сказана Семеоном, ее полностью, так скажем, извратили, вообще в этот эпизод вложили смысл, которого нету. Я в том видео это показал. На что обратил внимание Фрост? Еще, еще, на, еще на меньшую мелочь, которая вообще не достойна внимания. Давайте мы с вами теперь еще раз дочитаем полностью комментарий Фроста, чтобы уже к нему не возвращаться. Третий пункт он написал. Православие в смысле ортодоксальное подразумевает Прямое, правильное учение человека, имеющего представление, что есть метаноя. Я вот э, Паулу Фросту хочу сказать: а почему ты даже общаешься со мной, раз я такой тупой? И как ты ниже скажешь, подведешь итог моей личности о том, что я туп, глуп, невежда и зол, почему ты со мной общаешься опять непонятным языком? Разве метанои это русское слово? Ты что, не можешь по-русски написать покаяние? Если ты такой умный, а я такой тупой, Почему ты даже мне пытаешься на китайско... Я говорю, опять выпендриться и на китайско-церковном мне со мной говорить. Если ты считаешь, что я такой тупой, и слово «сретение» позабыв, да, и тут же ты мне вкручиваешь слово «метаноя». Ну вот, видишь, удивительно, я еще помню, что это покаяние по-гречески. Почему ты со мной на русском языке не общаешься, если ты хочешь донести до меня истину и обратить меня, такого грешника-дурака, к истинному, к ортодоксальному истинному учению? Непонятно мне. Какие же бредни, в какое место ты себе углубленно практиковал, известно только тебе. Но это не только мне известно, я об этом говорю открыто. В отличие от вас, моя жизнь на ютубе всем доступна. И прошлое, и настоящее, и все мои планы на будущее. Тем, кто спасается достаточно в православии ортодоксального, достаточно православия ортодоксального. Ну, я думаю, что эти люди не спасаются, а идут в погибель. Фантазии сумасшедших, углубленно внедряющих себе бредни, не, это удел психиатров. Ну, что ж, твои мысли. Скольких православных ты встречал, общающихся на церковно-китайском. Да вот тебя я встретил. Ты даже сейчас, для меня, ты же для меня эти пункты пишешь, прежде всего. И ты не можешь по-русски сказать покаяние. Тебе обязательно надо вкрутить это метаноя. Кто понимает, что такое метаноя? Покажи мне православных. Я сейчас опрос проведу на улице. У нас в России каждый. 7, 7 из 10 – 70%. Считай себя православным. Я сейчас выйду, 10 человек, если бы ты рядом был, мы бы с тобой вышли бы. Мы бы спросили, православный, православный, что такое метаё, метаноя? Один бы из 10 бы ответил, что это такое. На каком языке ты со мной общаешься? Конечно, на китайском церковном. Что придумать и как выпендриться, чтобы намешать в кучу больше грязи против православия, который не принял? Какую грязь я намешиваю, если она сама просто грязь? Грязь нельзя сделать более грязной. А церковнославянский это язык для богослужения. Слушай, метанои это не церковнославянский. Вы берете греческие слова, их не переводите, но при этом хайте, что э, в современном сленге или жаргоне русского уже Пушкин умирает, там русский язык загибается. А чего же вы греческим пользуетесь? Что, слабо перевести все это на русский на понятный язык? Сретение, метаноя. А чё по-русски нельзя выражаться? Встреча, покаяние. Ты что, китаец или кто то есть, я что-то не пойму. Так уж сложилось, что к славянам это пришло через Кирилла и Мефодия. Что через Кирилла и Мефодия пришло? Метаноя. Они составили русскую буквицу кириллицу. И покаяние осталось словом покаяние. А встреча – слово встречи. В Луке нет слова "не встречи" в этом эпизоде, где мы читаем про встречу, да, Богоприимца. Это лишь вы уже называете встречей, и в принципе понятно своими словами мы и называем это встречу. Но Лука не произносит этого слова. Более того, как я говорю, сам праздник, допустим, который очищение Господне, евреи вообще по-другому называют своим словом. Так уж сложилось, что к славянам так. И только в церкви по традиции веков порядка 10 служб идет, как, как пришла на Руси. Я сейчас службу вообще не касался. Так что выпендриваешься и лжешь конкретно ты. Хотя в чем я солгал, я что-то не понял. Хотя, может, ты мнишь себя как европеец, которым чуждо славянское. Да мне чужды ваша надменность это национальная. Ты можешь в латыни док. Ты можешь в, в латыни док. Да я не док, а в латыни я... По-русски нормально говорю, и надо праздники называть просто по-человечески, по-русски для русского народа. Во всем остальном ты все же туп, глуп, лжив и зол. Это вывод и с тобой написано. Человек из трех моих предложений, как он сказал, сделал вывод, что я туп, глуп, лжив и зол, не просмотрев и пяти минут моего этого ролика о э, Деве Марии. И давайте я... Мы с вами сейчас обращаемся куда? К моей любимой Википедии. Раз уж до то дошло, я говорю, я этот ролик хочу посвятить этому. Давайте читать, что написано в Википедии. Кстати, как я всем всегда говорю, еще раз, вот им, чтобы не было недоумения опять, что да, я, как я и не православный, могу что-то забыть. Википедия – это свободная энциклопедия. Хотя сегодня я мог обратиться непосредственно, кстати, к православным источникам. Но я специально очередной раз по своей традиции, потому как я это люблю делать, я обращаюсь к Википедии. Но, кстати, потому как, кам... к... что и как написано в статье, можно всегда порой догадаться даже много о чем об авторе. Его религиозные предпочтения, может быть, национальность, ну, в зависимости от статьи, про что вы читаете, или там, неважно, про механику вы читаете, является ли он там ученым, какой области, вы можете догадаться. Я вам сразу говорю, что очевидно, что эта статья на Википедии как раз написана, ну, не прям, может быть, православным, ну, точно около православного человека, это однозначно, а, возможно, и самым настоящим православным. Я действительно поленился, я даже не стал узнавать, если честно, мне и забыть опять об этом хочется. Но из ролика сегодняшнего я говорю, я не просто так его пишу, я понимаю, что я извлеку для всех вас и вы, я надеюсь, огромную пользу. Сретение, Господня, также сретение, встреча, принесение во храм. Греческое, ну ладно, туда же. Христианский праздник отмечаем в исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в, Иерусалим, в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после обрезания. В Иерусалимский храм святое семейство встретил Симеон Богоприимец. Вот заметьте, да, в статье и как любой человек, и мы описываем это встречу, но Лука не пишет этого слова, и тем более он не пишет этого слова не то, что на русском, он не пишет этого слова на греческом. Не, в не переведен, в транскрипции, вы понимаете, да? И как мы выяснили, что если у нас нету этого слова даже на русском в тексте, значит, и на гре... неважно, на каком Лука писал оригинале, и предположим, что Лука писал на греческом, это тогда был мировой язык во времена Рождества, Жизни, Убийства Иисуса Христа, Его Воскресения и Вознесения, предположим, что Лука писал на греческом, так получается, тот синодальный период, который мы его читаем, мы даже там на русском не видим встречи, значит, не было и греческого этого слова там. На это я хочу обратить внимание, раз уж человек так цепляется за слова. В православии принадлежит к числу 12 праздников. Ну ладно, праздники, праздники. Просто я говорю, почему это мог быть не только православный, он пишет в католицизме, когда празднуется. И вот давайте теперь уж все-таки тот ролик, я думал назвать его Дева Мария, была ли Мария Девы часть 2, потому что все-таки раз уж там я не стал зачитывать и вам устно пересказывал речь патриарха, то сейчас я вам прочитаю эту статью с Википедии, она слово в слово речь патриарха. Нашли вы ее? Нет, я не знаю. Она 15.02.2020 была показана по спасу, прямой трансляции. Ее наверняка можно найти на их сайте или на канале, где угодно. Давайте прочитаем, что в этой статье написано. Слово в слово, что говорил патриарх. Согласно Евангелию от Луки, на сороковой день после Рождества Христова и по исполнению дней законного очищения Мария вместе с Осивом пришла в Вифлеем из Иерусалим к храму Божию, принеся сокровенного сорокодневного младенца, Иисуса. По закону Моисеева родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев, то есть первых сыновей, на сороковой день после рождения. При этом полагалось в благодарность Богу принести жертву. В исполнении этого закона Мария и Иосиф и принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы, принесли двух птенцов голубиных. Славянское слово «сретенье» Господи, опять я напутал. Это даже не, это получается даже не греческое. Вот он меня опять тыкнет. Вы понимаете, что я от всего этого стал отставать. Вот я даже, видите, я в принципе я открыл статью, я перед этим роликом даже читать ее, я прочитал про духовный смысл и вот то, что там патриарх говорил, что типа Симеон там это про православный вкладывает. Сейчас мы сегодня с вами теперь и Луку целиком изучим, да? Слово «сретень» оказывается а славянское. Ну хорошо, славянское. Я и говорю, я и китайской церковный, кто слушает давно мои видео, тот знает, я с сарказмом, говоря не, слав, не церковно-славянский, а церковно-китайский, потому что церковно-славянский непонятный человеку точно так же, как китайский язык. Только идиот будет это отрицать. Я это знаю не откуда-то, я объясняю, я три года практиковал, я служил при храме, я помогал. Я спрашивал людей после прочтения Евангелия тем батюшке, которым я помогал. Ни один человек не понимал Евангелие, потому что, во-первых, они его на русском никогда не читали. Когда они стали в храмах, я сам себя специально, я люблю анализировать все, ловил на мысли, я сам понимаю, я, который Евангелие знаю практически дословно. Я ловил себя на мысли, что порой я даже Евангелие узнать на церковно-славянском не могу, апостолов, которых я сам читал. Первый раз, когда я готовился и читал его на... Я несколько раз... Я практически наизусть зубрил отрывки, чтобы правильно прочитать на этом китайско-церковном, церковно-славянском языке. И я понимал, что я читаю, я не понимаю, что я читаю. Я не назидаюсь. Я вообще... Я еле-еле складываю эти слова. Кто читал апостолов на церковно-славянском, ты даже зная на русском... Но послание уже тяжело дословно знать, да? их каждый раз по-русски ты читаешь, как по-новому столько все открывается, там ты вообще ничего не понимаешь. Евангелие, в отличие от посланий, кто понимает, послание – это письма, это такая сжатая, это как вот те же самые проповеди Иисуса, когда Нагорная проповедь, она очень массивная, да. Вообще у Евангелия по Матфею, у него такие массивные речи Иисуса, как их тяжело читать сразу, что там столько мудрости, столько истины послание апостолов. Это же не эпизодическая книга. Евангелие – это событие. То, то, то произошло. Ты как-то передыхаешь, она легко читается. Исторические книги легко читаются. Когда читаешь ты какую-то техническую, любую научную литературу, вы знаете, как тяжело дается каждый абзац. И вот этот вот человек будет мне рассказывать, что это все норма, и все православные, ну, все, все адепты, кто защищают это, никто ничего не понимает. Я это могу доказать любому. Мы заходим в любой храм, Берем 10 человек, даже не на улице, как я говорю, православных, в любой храм заходим, берем 10 человек, наугад открываем любого апостола, читаем на церковно-славянском, и человек пересказывает прочитанное, пересказывает, хотя бы своими словами, что он понял, а он не помнит, не духовный даже смысл своими словами повторить хотя бы два предложения, о чем ты услышал, никто ничего не ответит. Но только вот такие зомбированные, которые там это учат, зубрят церковно-славянский, там, таких два человека на полобласти. Хорошо, Сретение, тем более славянское, древнеславянское. Кто его понимает? Если, его, если слово в современном языке ты вынужден переводить, неважно славянское оно, 11 века, Кирилл и Мефодий его оно было, 12, 14, 16, Слово сретение и слово «встреча» – это уже разные слова, уже все, их надо переводить. Они не синонимичны, они не похожи. Вы знаете, есть, да, вот русские, английские слова, даже не знаю, какие вам вспомнить, чтобы созвучны были там «милк», «молоко», да и то. Есть слова прям, ну, очень похожие, это редкие слова, да, когда ты говоришь на русском и на другом языке, они практически одинаково произносятся. И ты по такому, если было бы «встреча», как с какой-нибудь да еще бы можно было понять с какое отношение к встрече имеет вообще другие русские буквы по транскрипции вообще буквы даже не совпадают ладно даже говорить об этом не хочу я говорю я таких людей блокирую я даже свой канал не собираюсь превращать в эти перепалки хорошо славянское слово сам 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 автор этой статьи мы сейчас с вами на википедии читаем славянское слово с переводится на современный язык как встреча. Зачем вы пользуетесь словами, которые нужно перевести? Все вот это лишь обличает ваше православие в грязи не потому, что я ее обличаю, а потому что вы неповоротливые, как старая развалюха. Вы не способны жить в современном мире. Вы там в своем куколе, в своем этой каше варитесь. Вы не способны меняться. Вы уперлись в предание старца, в букву, в комара и не способны меняться. Мы будем спорить вот об этом. Я говорю, я просто вынесу пользу сегодняшнего ролика, только поэтому я все это делаю. Но, естественно, от этого тоже не уйти, потому что ролик это записываю, взяв за повод комментарии Паула Фроста этого, да. Как встреча? средняя это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом, Симеоном с Богом. Симеон – богоприимец, был человек праведный. И теперь читаем уже толкование. Вы помните, о чем шла в том ролике речь. Вот теперь, я говорю, я даже вот эти моменты пропустил, я глазами пробежал, когда даже сейчас эту статью открывал, и начал со слов, где я увидел Бога примет, чтобы о сути я привести, хотел зачитать вам эту статью. Это именно предание православной церкви. Написано вот вам «История праздника». Я говорю, я даже жалею, что в этот раз на Википедии нет авторства. Но вы найдете любой православный ресурс, там об истории богоприимца и об истории праздники будет вот это вот ахинея написано, о которой я говорил в предыдущем ролике и вынужден говорить еще раз сегодня. Семен Богоприимец был человек праведный и благочестивый. По преданию, заметьте, здесь написано, я это предание, вы знаете, как назвал, потому что в православных преданиях, в принципе, негласно они его так не делят, я его так делю. Но они как бы делят, я его в смысле немножко краска прибавляю. Есть предание дедушек, а есть предание бабушек. Около церковного бабушкиного богословия. Здесь имеется в виду, конечно же, не предание дедушек, а предание около церковных бабушкиного богословия. Вот по этому преданию. Один из... Потому что вы нигде не найдете. Это не какие-то даже пусть книги старцев этих, да. Это про... Никто... Что значит слово «предание»? Вот просто говорит патриарх. И употребил, или вот статья написана. По преданию. Я всем говорю, подставьте первую букву не «п», а «б». По преданию. Разницы никакой, сказать это или сказать то. Потому что такое предание? Сорока на колу, на хвосту принесла, или что? Что это такое? Что такое предание? Но одно дело да, есть. Хотя бы вы, этих, вы это предание передаете предание ваших старцев, которых вы там считаете, святых. Они хотя бы записали. Вы храните эти тексты. Еще ладно. Это ваше предание, и Бог с вами. Живите по нему, если хотите в ад пойти. Это что за предание еще? Это вообще просто уже слово, вообще просто слово, не имеющее никакого определения. Только я ему такое даю предание, что это предание уже не дедушек, а бабушек церковных один из которых, один из 70, что Симеон этот был, один из, из 72 ученых-толковников-переводчиков. Слушайте, я вот в том ролике даже не сказал, что их 72 было, я сказал, что 70. Меня православные опять заклюют. Да, представьте себе, я забываю весь этот бред и даже не особо вдумаюсь, потому что 70 их было или 72, сейчас уже не имеет никакого значения, особенно к тому ролику и что я хотел показать в том ролике. В наших же Евангелиях, теперь я уже говорю в наших, только не в православных, оно не ваше. Евангелие Иисуса Христа оно не православие принадлежит. Написано и один бесноватый, и два. Но обвините тогда э, евангелистов, что они не могли сговориться и вместе выяснить сколько же все-таки было, один или два, и что они не знают христианства, и что они вообще писали евангелие, не зная евангелия. Обвините. Он меня тычет, что я сретельнее забыл, что это, да, потому что прямого перевода надо было лезть. Да, переводить это славянское слово. Обвини меня еще в том, что я, да, я, насколько помню, в том ролике сказал, не 72, а 70 переводчиков было. Обвини тогда евангелистов в том, что они говорили не один бесноватый, а два, другой, один. Ничего себе, ошибиться. Я-то хоть 7-72 это небольшой процент. Они не могли вспомнить, один или два бесноватый было в стране Гидаринской. Наедь тогда на евангелистов, по твоей логике, наезжай на евангелистов. Вы же православный, вы же безумный ученых толковник проповедник которым египетский царь Птоломей II Филадельф. Вот как вы думаете, у меня все это в голове должно держаться? Я, естественно, вам приблизительно сказал, что да, египетский царь, фараон, кто я даже уже не стал вот именно натягивать на себя личину великого святого, профессора, который все знает и от буквы до буквы все знает. Года что-то у меня важное еще откладывается, еще остается даже из прошлого, из прочитанного. Естественно, много я забываю. поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой, заметьте, все это бабушки на богословие. Когда святой Симеон переводит, вернее то, что, конечно, еврейский Завет ну, книги нашего современного с вами Ветхого Завета, еврейские писания, были переведены за это время, это, конечно, не на богословие, а предание в том, что Симеон вот этот, который взял в храме младенца Иисуса, был в числе этих переводчиков за практически 250-300 лет до этого, получается, момента до Рождества Христова. И, и, и здесь я вам читаю все то же самое слово. В слово прям я вам тогда сказал, что, конечно же, респект и уважуха Кириллу, э, в миру Гундяеву э, патриарху Кириллу, что он не по бумажкам читает. Я таких людей за ораторского искусство в принципе уважаю, да? И не в принципе, а вообще уважаю, да? Любой талант вызывает у меня всегда белую даже зависть, да? Уж тем более радость за человека, если он им обладает и им пользуется. Вот сейчас, внимание, все, что мы будем читать. Это слово в слово все, что сказал патриарх Кирилл. Я говорю, хотите, найдите это видео. Мне нет желания там лазить по спасу или еще где-то искать его. Что же это бабушкино богословие говорит? Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исаи и прочитал слово «Се дева в очреве примет и родит сына», он подумал, это на богословие, так нам преподносит. Что он подумал, что это явная описка и вместо дева должна стоять жена, женщина. Вот это тоже дева. Господи, да когда же вы переведете женщина? В смысле, жена там надо переводить прямо: что это либо девушка, либо жена в плане современном жена это замужняя женщина. И посчитал своим долгом исправить текст. Это, это, вот бабушки на богословие, я вам говорю, потому что никаких оснований у православных это вообще не то, что утверждать, даже род свой открывать, это проповедовать у них нету. Мы с вами сейчас после этой статьи в очередной раз, уже в этот раз, вернемся и прочитаем Евангелие от Луки, этот эпизод с Семеном, дословно. Вот откуда берется? Вот что такое православие? Я и попытался показать. «Это бабушка на бабушке сказала, дедушка и покрыла, и опять на бабушку свалила вот что такое православие Ведь они же это пишут они же это говорят я специально сосался авторитет не потому чтобы там принизить унизить грязью полить патриарха он несет то что он несет во что они верят это я согласен я просто хотел показать что это такое это же из каких уст выходит из человека которого все считают что все что чуть ли не как у папы римского вышло из его сладчайших уст все это истина. И вы знаете, никто не обращает на эти первые слова, которые впереди, как скрипичный ключ, у любой музыкальной композиции стоит. Что это по бабушкиному богословию, которое мне бабушка нашептала, которое ей нашептала бабушка, которая слышала от бабушки моей бабушки, того бабушки, друга того перебабушки. Это никто никогда не услышит. Это вот так вскользь, если и бросается, знаете, они никогда этого и никто не услышит. В принципе, так и оратор подает, и ему и не важно ему и хотелось бы, чтобы это не услышали. И он говорит только для того, что если кто-то услышит, кто-то вот такой мудрый, кто захочет зацепиться, чтобы у него отмазка была. Я же сказал по преданию. Ну, только основная масса таких же бабушек, да, этого не слышит. На это не акцентируется внимание, на что акцентирую внимание, вот, допустим, такой, как я. Потому что это даже не дедушкина богословие, а бабушкина. А бабушкина богословие всем известно. Сорок на хвосте принесла. Я, кстати, тот ролик, кто помнит еще перед этим... А, нет, вы его завтра увидите. Передание. У меня завтра выйдет еще вот этот ролик передание. Там я подведу, кто помнит и, и другому итоги другому ролике. Кстати, тоже поправлю некую ошибку, уже свою там техническую я, там цифры перепутал тоже. Вот. Да, я такие ошибки даже не против исправлять, я с радостью их исправлю, чтобы не водить никого в заблуждение. Но с хорошо встреча э, и у Семеона с э, младенцем Иисуса. Да, и хорошо, что да поправили, да слава Богу. Какой вывод человек, вы посмотрите, сделал из того, что я с ретени которое для Луки никакого тоже значения не имела, вот эти два праздника, так называемые, еврейские. Он просто нам перечисляет факты, что да, на восьмой день, когда обрезали, и еще через 32 на сороковой день, когда еще раз пришли в храм, Мария и Иосиф принесли младенца, чтобы она уже принесла жертву там Богу, да. Разве Лука на этом акцентирует суть своего Евангелия? Нет. Тут просто на этой картинке не видно. Это карикатура. Там что-то одна бабушка говорит потом, а другая кричит потоп. Через несколько бабушек. Тут не видно. Я сейчас не хочу эту карикатуру искать. Завтра в этот ролик увидите. Он записан вообще до этих двух роликов. Ну, около этой темы, кто знает, я ее, в принципе, все время плохо или хорошо озвучиваю и как-то касаюсь. Ну, давайте дальше читать, да? Но ангел Господень Но ангел Господень остановил руку святого Симеона. Слушайте, вот эти вот сказки. Я не могу даже прочитать. Видите, спокойно одно предложение. Давайте дочитаем. Но ангел Господень оставил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исаи. Так, как я вам тогда и говорил в том видео. То есть мы видим, на чем концентрируется бабушкино православное богословие. На том, что некий Симеон, праведный муж, который реально нам описан в Евангелии, который на сороковой день его рождения встретит Иисуса Младенца во храме, он за 250 лет до этого переводил книгу пророка Исаи и усомнился в том, что девственница зачнет Иисуса, зачнет э, ребенка. И он был оставлен жить 250 лет до того момента, Пока не убедится в истинности пророчества Исаии, о том, что именно девственница зачела. И как я в том ролике говорил: единственное: в пророке Исаии говорится о том, что сам Исаи войдет к девственной женщине, девушке. Она от него естественным способом сочетания с мужчиной зачнет сыну, сына пророку Исаии ну и себе, у них родится сын. Там вообще не написано, что Дева зачнет от Духа Святого. И там нигде не написано, что это пророчество о Деве Марии. Там, и у, и там сам Исаия, Бог через Исаию говорил, что сейчас Исаия войдет к некой девственнице при двух свидетелях, священниках, мужским способом с женщиной совокупиться, человеческим верным, способом, мужчина, женщина, Исаия, с этой некой девы, у которой девственница, которой мы даже имени не знаем, по пророку Исаия, он с ней сочетается браком, у них появится ребенок, и, и, и в Исаии то, что там она девственница, это нормально. И как я в том видео говорил, у Симеона не было повода сомневаться, что пророк Исаия войдет не к блуднице, а к девственнице. Потому что нормальная женщина хранит себя до брака. И поэтому это лишь бредни православия, что Симеон вдруг, это православная бабушкина богословие, что Симеон вдруг начал сомневаться, что Исаия входит не к блуднице, а к нормальной женщине. Это бредни православия. Это у них казинаки заходят одна за другую, и они вот это все придумывают. Понимаете? И сами они делают из этого, из этих казинаков какой вывод? Что Симеон был оставлен Богом жить более двухсот лет, что уже нереально, да, чуть ли не 300 лет. Ради того, чтобы он убедился в правдивости пророчества, пророчества о том, что именно девственница зачнет младенца Иисуса. В частности, уже все до того момента, когда он доживет. Да, мысль уловили. Читаем дальше. Основную мысль, ради чего мы все это читаем. И что же мы читаем дальше? Симеон долго ждал исполнения обещаний Божия. Он жил по преданию, по преданию, по околоцерковному бабушкиному богословию. Я перевожу это слово, потому что ему надо дать определение. Около 300 лет. И в этот день, по внушению Духа Святого, он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом принесли младенца Иисуса, Симеон взял на руки и, славя Бога, сказал, ныне отпуск... Слава тебе, Боже! Это я сейчас, это я говорю, это я вам около церковное кузнецовское богословие говорю. И Симеон сказал, слава тебе, Боже, что Дева Мария, я сейчас буду говорить такие пошлые вещи, хотите, затыкайте уши. Слава Богу, что Дева Мария, сев на гинекологическое кресло, раздвинула передо мной ноги, и я убедился, как врач-гинеколог, в ее девственной плеве. Ни у кого уши не завяли. Хотя, в принципе, я вам сразу скажу, здесь ничего плохого и богохульного нет. Мы с вами говорим о нормальной природе вещей, которые просто всех нас окружает. Вынуждают меня на такие вещи. Вот такие вот фросты, паулы. На самом деле, я в том видео это говорил, я вообще не считаю, что это что-то позорное, да. Мужское и женское тело – это нормальные вещи. Я не говорю, что их надо всем демонстрировать. И вот именно вот это уже. Но если они до такого бреда додумались, я, я вам предлагаю другую интерпретацию, которая под начало вашего бреда идеально ваш бред закончит. Православный. Безумно бабушкиных, безумных бабушек богословия. Если вы считаете, что Симеон был оставлен Богом на 300 лет для того, чтобы убедиться, что Мария зачала Дева Иисуса, причем зачала, Покажите мне, как он убедился. Я даю правильную интерпретацию вашему, заключительную интерпретацию, выводу вашему богословию, которое вы хотите людям. И это говорит патриарх. Слушайте, я специально называю, я почему все это сослался на патриарха? Я специально говорю, что это околоцерковное, можно сказать, сумасшедших бабушек богословие. И это богословие, и эти сплетни, и, и, и этот бред несет патриарх, на центральных религиозных каналах, можно сказать, просто на центральных каналах, неважно чему канал посвящен, он он всем доступен, он бесплатный, вон кнопку включай, он разрекламирован, у него огромная аудитория и тыкает его не только упертые православие, кто, православные, которые знают, что встреча не переводится со старославянского встречи, да, это слушай, и все те, которые раз в год куличи ходят э -э светить. Разве из того, что вы проц... Я показываю бред. Во-первых, я показываю, да, кто этот бред говорит? Я показываю бред их логики. Какое место? Сейчас мы, сейчас мы все это еще раз в оригинале прочитаем. Ролик будет тяжелый, нудный. Я понимаю, мы одно и то же живем. Я понимаю, что Фростова не будет. Смотрите, если он не посмотрел тот ролик. Но она ему не надо, и ладно. Пусть он в своем аду живет. Они разве привели такую фразу? Читаем теперь внимательно фразу. Мы сейчас здесь по Википедии прочтем. Еще раз по Луке в оригинале прочтем. Ныне отпускаешь рабатого владыка по слову твоему. То есть... То есть... Давайте до конца начинаем. С миром, ибо видели очи твои или, ибо видели очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред всем лицом всех, пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и слава, славу народу твоего Израиля. Слушайте, я правда, как этот Паул Фрост написал, что я такой тупой, такой глупый, они пытаются подвести. Получается, они вот в эти слова, обратите внимание наоборот речи, по слову твоему. То есть они по слову твоему, то есть какое-то слово реально было. Это же цитата Евангелия, в нее я верю. Как бы ее ни перевели, как бы ни сказали, как бы она до нас не дошла. Смысл есть, да. Симеон, ему что-то было открыто. Кто он нам неизвестно, был ли он этим переводчиком, прожил ли он 250 лет. Но очевидно, что этот человек, некий праведный Симеон, по вдохновению Духа Святого, пришедший в Иерусалимский храм на сороковой день э, Рождества Иисуса, когда Мать Иисуса пришла принести э, по обряду Моисея, по закону Моисея, там, некую жертву для очищения своего якобы да, грязноты своей после Рождества э, Бога, этот, этот Симеон праведный берет этого младенца и он не говорит, что по слову твоему ты убедил меня, что Мария девственница. Я один тупой это вижу или это видят еще несколько человек? Пожалуйста, напишите в комментариях, кто это видит, кроме меня. Вот на тот ролик, кроме этого Паула Фроста, реакции вообще не было. Я попрошу на этот ролик, кто смотрит его, напишите, кто видит то, что вижу я. Кто слышит слова Симеона, Бога Принца, о том, что, его, что он не убеждается в девственности Девы Марии, и что вся эта байка православная, вот, около церковная, она абсурдна, она нелогична, она не закончена, как я тогда сказал. Она не имеет никакого смысла. Она не доказала то, что Симеон убедился в пророчестве пророка Исаия. Он сам этого не засвидетельствовал. Они приводят они рассчитывают на кого? На идиотов, да. Я себя к таким не причисляю, пусть обо мне так и говорят: я не дурак, у меня есть логическое мышление. Вы выстраиваете композицию вашей лживой теории, что Семеон, что этот Семеон сомневался в девственности той женщины, которая родит младенца. И он нигде не говорит, что... Во-первых, он сам об этом нигде в Евангелии не говорит. Это вы уже это придумали, эту сказку. Но и вы его словами питаете эту сказку, вашу, ваше предание, хоть как-то его, чтобы, что зачем она вообще нужна. Вы пытаетесь его подтянуть вот этими словами Семена, что оно имеет вообще место, ваше предание. А оно не имеет места. Эта речь Семена никак на ваш бред не отвечает. Даже рядом. Я еще раз читать не буду, мы сейчас к оригиналу прочтем, и тогда все, что не затягивать. Дочитаем уже Википедию. Данные слова легли в основу иконографию образца Богородицы умягчения злых сердец. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это просто винегрет. Вот это вот даже статья. И такой же винегрет была проповедь, проповеди, я тогда сказал, Кирилла. Все. Дальше речь тут же. В храме была благочестивая вдова Анна Пророчица, 84 лет служившая Богу постом. Все. Ну и дальше праздники богослужения. Все пошло, поехало. Нам это с вами не интересно. Слушайте. А, переходим теперь, как я вам всегда показывал, внизу этой же статьи. У вас все видно, я себя не выключил. Нет. Вы на Википедии, всегда я вам говорил, кто меня давно смотрит, мои чтения, писания. Внизу еще есть, смотрите, также Семен Богоприимец, Сретение славянской в славянской традиции. Переходим на Симеон Богоприимец. Давайте уже побыстрее прочитаем, да? Симеон Богоприимец или праведный Симеон Богоприимец, житель Иерусалима, благочестивый, праведный, упоминаемый в Евангелии от Луки. Евангелист сообщает о Симеоне только краткие сведения, подробности его жизни и описания известны по апокрифическим источникам. По каким? Я вам сразу говорю, никакие апокрифические источники, они не ссылаются. Опять просто фраза. Все, активная ссылка просто перейдет на определение вообще, что такое апокриф. Читаем дальше. Происхождение Симеона. По преданию. Так, опять предание. Какое? Я вам сразу даю определение около церковно сумасшедше бабушкино богословие. Симеон был одним из 72 ученых толковников переводчиков, которые египетский царь Птолемей II получил перевести священное писание с еврейского на греческий язык Септуагинта. Ну, я вам тогда говорил, что она называется Септуагинтой. Когда Симеон переводил книгу пророка Исаия, прочитал слова «Се дева в очереди примет родить сына», он подумал, что это явная описка, и вместо дева должен стать жена, женщина, и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку Семену и уверил его, что он не умрет, пока не убедит выяснить пророчество и сайт согласно другому преданию Симеон возвращается смотри другое предание какое предание где ссылка какой это апокриф а я вам и сказал что это даже ни на какие не апокрифы ну, они могут в словах произносить, почему я, по-моему, в том видео тоже сказал, что они много чего, кто знает православный, выдергивают из апокрифов самые, которые не признают, образно говоря, даже запрещают читать, кто знает, да, вот, но сами оттуда понадергали, вот именно, у них полно вошло в иконографию, э -э в литературу, в, в эти в их там тропари, то есть в текстовую литературу в богослужении, но самыми апокрифами не пользуются. Здесь даже ссылок нет ни на каких апокрифов. Будь ссылка только на один апокриф, который вообще не является апокрифом, это прото Евангелия Такова. Оно записано на моем канале. Я вообще считаю его истинным. Оно называется «Протоевангелие», «Перед Евангелием». Вот там, кто знает, я, по-моему, тогда в том ролике сказал, там речь идет, много рассказов нам, как родилась Богородица, откуда все и православные берут. И как там были вот эти все эти истории, как было непорочное зачатие. Она вообще, я его вообще истинным называю. Я его, у меня апокрифов, слово не... Э, в, в, кто знает, апокриф, в принципе, это не обязательно в плохом смысле говорится. Но у многих уже давно ассоциация, что апокриф – это плохо. И поэтому я говорю, что я вообще называю каноническим Евангелием. И слово «прото» никому не понятно пред Евангелие, пред, понятное русское слово, по крайней мере, тех, кто общается с русскоязычными людьми на русском языке. Все тогда сразу понятно любому человеку. Давайте еще один. Здесь вот хорошо, на, на, о Симеоне еще несколько фантазий написано. Согласно другому преданию, Симеон, возвращаясь из Египта в Иерусалим, бросил свой перстень в реку со словами: Если найду его, то могу, по, могу поверить изучению пророка по букве. На следующий день в одном селении он купил рыбу, и когда стал ее есть, то обнаружил в ней свой персень. В этот момент он и получил откровение аналогично описанному, Слушайте, ну, больше сказок я, наверное, не читал. А согласно протоевангелии Аква, смотрите, которое я признаю, каноническим вообще признаю, читал на канале, у меня даже оно записано, чтение, кто хочет, обратитесь на канал Христолю Библия, чтение писаний. Кто не найдет, напишите в комментарии, я всегда дам ссылки, на которые ссылаюсь в ролике, только дайте минуту на который вы слушаете, чтобы я сам себя послушал, понял, на что я вам даю, хочу дать ссылку. Вот. На чтение про Евангелие Такова я вам дам ссылку на Библию, можете почитать. Симеон стал священником Иерусалимского храма, и я полностью с этим, в принципе, признаю. Мне, я говорю, я про Евангелие Такова не отрицаю. После убийства в нем Захарий, отца инкрестителя. Крестителя. Аминь. Но только я так и не понял. Что... Вот я вам говорю, вы знаете, вот эти православные бредни, это какой-то винегрет. К чему они это написали? Да, про -то Евангелие я сам признаю. И ничего из него не написали. Ничего. Сейчас фразу, которую мы с вами прочитаем, это... Ну, в принципе, они пишут происхождение Симеона. Тогда да, можно сослаться. Я тут, вернее, сейчас неверно рассказал. Здесь, ладно, они вроде как описывают. Но, правда, тоже, смотрите, у них раздел называется «Происхождение Симеона», а вторую гипотезу они здесь рассказали о том, что он перстень свой нашел, когда шел, выбросил, решил погадать на кофейной гуще, бросает перстень в речку, Бог ему через рыбу, которую он пожирает, возвращает, и он принимает это пророчество. Опять каша. Раздел называется «Происхождение Симеона». Впихнули две теории туда. Третью я, кстати, нет, я нет, беру свои опять слова обратно. Винегрет, как я и сказал, все правильно. Они первую теорию пропихнули про то, что он не убедится, пока 200 лет там 50 не проживет. Вторую пропихнули, назвали зачем-то раздел происхождения Семена. А третью реально говорят по Протоевангелию. А талка дают ссылку на Протоевангелие. Там они никакие передания не дают ссылки, ни на какие апокрифы, ни на что вообще. Ни на какой вообще бумажный источник, хоть какое-нибудь предание дедушки, хоть какое-нибудь предание святого дедушки, ни на что они не дают. Здесь они дают, да, на Иакова, но о чем? О происхождении Осифа? Да, аминь, я согласен. И Это не православная теория. Просто есть это Атакова, оно всем доступно. Людям. Что толку, что вы сослали? Что вы доказали? Что он убедился, что Мария Дева в этом протоевангелии Атакова нет? После трех дней жрецы стали советоваться, кого сделать вместо него, и жребий пал, но ну, вместо убитого Захария отца Иоанна Крестителя, пал на Симеона. Это ему было возвещено Святым Духом, что он не умрет, пока не узрит Христа э, живого. Ну, смотрите, вот проте Евангелие Атакова идеально сходится с Евангелием. Его делают обычно... В Евангелие не написано, что Симеон богопримец это тот, кто... Переводчик, что он 250 лет прожил, да. Его решили руку, первосвященником в Иерусалимскую храме поставить. Нет, все, что мы с Противоевангелией узнаем, что да, был некий Симеон, одним из священников и знаменитых, возможно, богатых, да, и после убийства, как я верю, именно Захарии, отца Иоанна Крестителя, Иоанна Претечи этого Симеона по жребию выбирают первосвященников. И ему Духом Святым возвещается. Ему, может, было 80-90 лет от роду. Он не 250 лет прожил. И Духом Святым ему что возвещается? Что он сам по себе просто не умрет, пока не узрит Христа живого. А кто знает, во время Рождества Иисус Христа это были мессианские ожидания. Там каждый второй Христом себя объявлял. Даже Ирод Великий, который искал убить младенца. Вы помните побиение младенцев в Иерусалиме. Он тоже себя вообще-то мессией называл. Тот, кто вот восстанавливает, кто знает, какие Ирод великие строения построил, вообще, как он государственную политику вел. Его многие мессии называли прямо. И он сам себя, естественно, хотел, чтобы его называли. Его и признавал его партия мессии. Духом святому Симеону было открыто, что он не умрет. Обратите внимание на эти слова. Вот мы не зря сегодня все по цепочке с вами рассматриваем. В Евангелия Атакова, мы читаем с вами, что Духом Святым Симеону некоему, праведному мужу, становящемуся первосвященником, что Духом Святым открывается, что он не умрет, пока не узрит Христа Живого. Еще раз теперь обращаемся, даже уже не к той статье к Википедии, а прям по Евангелию от Луки. Что говорит? Ну, мы с вами и дошли, мы же с вами дочитали до этого момента. И пришел он по вдохновению в храм. Читаем прям по Евангелию, смотрим. Сейчас я вам открою вот так, чтобы полный текст на экране был. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, Он взял Его на руки, и благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба твоего владыка. Все идеально сходится не с преданием не православных бабушек, преданием, а, а с протоевангелием от Иакова, с предевангелием Иакова. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Все. Хорошо, чтобы добить и докончить, мы читаем с вами дальше. Иосиф же и матери удивились сказанному о нем, и благословил их Семен, и сказал Марии, матери его, вот лежит он этот младенец, нападений на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие, ну оружие понятно, то что его распнут, убьют, пройдет душу, этот крест, да откроются помышления многих сердец. Вот вся вам речь Симеона. Ну, напишите в комментариях, я один идиот это вижу, или, или действительно есть еще со мной такие же идиоты. Если бы православные ссылались на вот это вот, вообще свою проповедь в день встречи, присовокупили бы классическому Евангелию а, знания свои из протоевангелия от Иакова, рассказали бы вот это, кстати, что мы вот эту третью, так скажем, теорию. Просто известно, что Семен действительно ему было открыто. И это мы читаем в протоевангелии Иакова более расширенно, чем в Луке. И его речь... Идеально согласуется, дополняется то, что с ним сделали, то, что ему было открыто, и он это своими словами подтверждает. Да. Пусть он не будет жить во время Иисуса, не не будет слышать его сладких уст и сладких слов, истинных и верных, не будет видеть всех его благоденствий, да, не будет видеть его смерти, убийства его, его воскресения, его вознесения, потому что он человек старый, он свой путь жизни прошел, но он увидел его хотя бы младенцем. А он ожидал, он был евреем, ожидающим иудеем, священником, ожидавших Мессию, Мессию своего доброго, любящего царя, всех евреев, всех простит, всех просветит, всех накормит и напоит. Слушайте, я один это вижу. Давайте по Википедии досмотрим, там еще было что-то, я не помню. Давайте, Сретине Господне, да, вот они типа на этой же, э, ну, все тут же, да, вы видите по Википедии, вот мы с вами остановились. Типа происхождение Симеона, и они сюда в происхождение впихивают две, вообще ничего о происхождении Симеона не пишут, впихивают две теории, и третья, которая прямо им противоречит, из, из, из предевангелия Акова ну, Сретени Господня, вот они, Сретени. В, один, в день, когда родители Иисуса пришли в Иерусалимский храм, чтобы принести в жертву зародившись первенц мужского пола, как это предписывает иудейский закон, Симеон по вдохновению явился во храм и там взял младенца на руки произнес благословение, от которого происходит знаменитая песня «Ныне отпущаешь Шабатова владыка». После этого Симеон обратился к Богородице с пророческими словами и сказал Марии, матери его лежит на падении. Ну, это все мы прочитали. Данное пророчество легко легло основой на конографии. Здесь вообще ничего нету. В этой статье. Слушайте, вот мы все с вами прочли. Это все, в принципе, по Евангелию от Луки. Вы же видите, все. Тут же была Анна Пророчица. Нам все это с вами уже не надо. Потому что они на Сретине неправославно вспоминают именно день встречи Симеона с младенцем Иисуса. Мы с вами все прочитали. В принципе, я закончил. Ну, ничего, час десять опять такой же ролик. Скажите мне, пожалуйста, я такой тупой. Я еще несколько раз, наверное, об этом спрошу. Я вот этим всем делюсь. Я хочу, чтобы люди стали умными. Потому что человек как мыслит, так он и живет. Более того, это же просто показывает, как вы все остальное читаете и во что вы верите. Я лишь на этом ярком примере. Я давно православных не читаю, не смотрю, не слушаю. Я тот ролик записал. Только потому, что у меня вот бабушка через стену э, старенькая. И она это слушает. И слушает очень громко, что я даже через стену вон слышу. Иногда и затыкаю себе уши. И выхожу на кухню, приготовить что-нибудь, там чаек, попить, да? Или покушать тогда. Я тогда вообще именно долго простоял. потому что я готовлю, кушать. Делаю себе салатики, там, да, из овощей. И, и каш всяких. И я все это выслушал. Не смог удержаться, записал это видео. Я один такой идиот, я вижу, что это полный бред. По поводу того, что я там говорил сегодня, еще и по поводу пророчества Исаии, еще раз сделаю отсылку. У меня на канале Христолю Библии Чтенных Писаний выходят сейчас пророки. Исаи уже это даже место у меня записано, но еще не выложено, не опубликовано. Я пока не могу вам дать прямой ссылки. Но вы в свое время, я через буквально недельку загружу, на канале всегда есть поиск по каналу, туда вобьете «Пророк Исаия», вам выйдут все ролики, найдете плейлист, это несложно. И прослушайте потом Исаия, кто хочет вообще в этом пророчестве узнать, что это, почему. Все, что я рассказывал об Исаии, что это вообще-то его сын. Он вошел, как мужчина входит, но вы понимаете, о чем я, к женщине. Все это духовно христиане, конечно же, проецируют на Христа, никто не спорит. Но у Симеона, как у нормального человека, нет сомнений, что это дева зачнет, и что Мария тоже девственница зачала. Чудо не в том, что она девственница зачала, а в том, что она зачала непорочно от Духа Святого. Но в Исаи об этом нету ни слова. В Исаи вообще другой смысл. И мы лишь духовно отчасти Действительно искажая даже специально пророчество и сайт, дополняя его, вкладывая в него другой смысл, применяем это к Иисусу. В том, что девственница зачинает ребенка, нет ничего удивительного. Это вообще-то норма, что мужчина входит к женщине, которая не пору... и... чиста. Вот и все. И Симеон Бога примет, никаким образом. Хорошо, насрятельный господне теперь я правильно скажу, навстречу. На, на 40-дневный день очищения Марии от рождения Бога во плоти. На этот сороковой день, на день средней Господне, Симеон, Симеон Богопримец, никак не убедился ни в том, что Мария на, день, на момент зачатия была ни не то, что она осталась девственницей после его рождения. Я скажу грубо, она перед ним ноги не раздвигала. Никто ему это не докладывал. Это раз. Она не раздвигала ноги. Я грубо говорю, чтобы всем было понятно. Второе. Он, никто ему об этом не написано, что как я говорю, есть еще одна байка, что это Анна Пророчица и есть повивальная бабка Девы Марии. Хотя в Евангелии мы вообще не видим никаких повивальных бабок. Иисус, и Дева, Дева Мария сама родила и сама спеленала, написано. Никаких повивальных бабок, и никуда Иосиф в Вифлеем не бегал и никого не приводил. Это очередное околоцерковное сумасшедшее бабушкиных предание Бредания, Я просто не знаю, как. Потому что таких бабушки а тоже нормальными. Ну, хорошо, ладно, сумасшедшими не буду их обижать. Это около церковной, говорю, бабушкина с хорошей фантазией, с очень красочной, яркой, от скуки дела на лавочке фантазии, да. Я не знаю, пока у меня не выражается красивое определение такое. Я, я хочу что-то еще добавить. Мне не... Уст... Около церковного бабушкин богословия хорошо звучит, но хочется еще чуть добавить вот такого яркого. И третье, сам он своей этой речью, пусть она чуть-чуть разбита, ничего о том, что он убедился в том, что тот младенец, который у него на руках, был зачат именно женщиной, девственницей, то есть девой. Ни он ни одного слова не произнес, он в этом сам не убеждался. Он в этом не собирался убеждаться, ему этого не надо было. Всю ту байку, которую к нему приписали к пророку Исаии, что он жил 300 лет, это полный бред православия. Итак, я просто на этом примере показал все православие, куда ни тыкни, как Господь говорил, это, это больное тело, на котором нет ни одного здорового места, некуда пластырь прилепить, чтобы исцелилась вавка. Потому что, чтобы исцелилась, Господь говорит в том же самом Исаии все это, чтобы исцелить, больное место. Нужно, чтобы вокруг было здорово, чтобы пластырь было куда прилепить. Он говорит, на тебе, Израиль, здорового места нету. Я не знаю, куда пластырь прилепить. Куда тебя, говорит, еще бить? Ты весь израненный. А, говорит, ты израненный, я хочу пластырь к тебе прилепить. А прилепить некуда. На тебе живого места нету. Это все о православии. Потому что там пророки, Бог через пророка говорил все об иудаизме о том современном культе. Сейчас все это подходит идеально под все культы. Православие, католиков, протестантов. И всех и же с ними мелких систем. Вот такой вот. Итог я на этом и подвожу. Ролик мой вот с такой картинкой. Я говорю, как я думал только его не назвать. Еще даже название до конца не знаю, но значок, помню, сделал. И, в принципе, что-то будет близко с этим. Как-то вторая часть зачатия Девы Марии. Ну, можно было бы продолжение или там, не знаю. Ну, вот по картинке вы поняли. Вот вам и, и второй, что из сегодняшнего ролика, сами себя опять православные. Вот этот да, Фрост сам себя показал. Это люди, которые отцеживают комара и поглощают верблюда. Вот бреда, который вы несете, вы не видите. А то, что человек ошибся в переводе, Потому что когда это происходило, если это даже происходило на восьмой день, когда Иисуса обрезывали, это не имело вообще никакого значения. Это, это никак на то, что я в том ролике говорил, вообще никак не вообще никак. Никак. На второй день это было, на третий, на четвертый. Дева Мария могла прийти не в праздник, а в любой день. Она могла на двадцатый день прогуляться в храм погулять по храму, как любит, да, походить и встретить Симеона, и Бог бы ему духом положил, что вот это он, он же ему и так положил. На, 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 лбу у Иисуса, простите, не было написано, что он спасение Израиля. Он духом святым опять это увидел. Бог ему открыл, что это он. Что вот эта вот простая женщина с младенцем на руках, это и есть та женщина, и младенец на руках, это, это, это спаситель. Это могло произойти в 30-й день. В 30... Вам перечислить все по дням, давайте 40 пальцев загинать первый, второй, третий, четвертый, пятый. Слушайте, это могло произойти и в 41-й, 42-й, 43-й, допустим, да через два месяца. Через год произошло это еще маленький такой вот ребеночек годовалый. Ну, я, конечно, понимаю, у Фроста могло... Как, да, мы слушаем человека. Я сказал, в принципе, с одной стороны, я бы не хотел, чтобы я в таких вещах и оговаривался, да, показывал свое невежество я не могу сказать, я все это знал. Свою забывчивость или то, что мне надо супер готовиться к каждому ролику. Я некоторые вещи я говорил, простите мне заранее ошибки, потому что я не могу не удержаться, не гадать. Я могу попытаться вспомнить, какой же царь был египетский, когда переводилась септуагинта современная. Птолемей, не Птолемей. Я мог попытаться гаднуть, потому что хочется что-то говорить, да, какие-то имена произносить, какие-то цифры. Ты можешь что-то забывать из писания, из истории, из общения с кем-то. Разве это, ну хорошо, ошибся я, не Птолемей там, в, Варфоломей. Какая разница? Это, это разве влияло, при том, это искажало сильно ролик или что? И даже если бы это исказило тогда, вот именно, я бы сам на себя написал разоблачение, обличение. Но человек, не послушав этот ролик, пишет мне, что я тупой, глупый, невежда и зол. Вот все вам православие. Меня еще укоряют тоже, что я вот там блокирую, не хочу общаться. С кем? С кем общаться? Человек хочет общаться? Я речь патриарха. Слушай эту ахинею, которую он несет. Я слушал до конца. Я мог вообще уйти, я мог попозже. Я думаю, ну ладно, послушаю. Готовлю все равно, послушаю. Я ее не вырвал из контекста. Я слушал от начала до конца. Причем я вам говорил, я слушал намного больше. Он говорил не только о э, Симеоне. Они там на этой все помешали. Какой-то праздник православной молодежи. И про семью он там его понесла. я взял тот законченный отрывок, где он, естественно, говорил непосредственно о семье богоприимца. Вот это все, что вы можете вообще в любом в свободном доступе везде читать. Я это вам все зачитал, но своим фразам передал, чтобы было поинтереснее. Да, по свободнему. Ты им скучновато, когда все это сухой текст читаешь. Все. Вот все вам православие. Закончить, чем я хочу. Евангелие от Марка. Это большая, как вы видите, речь на экране. Именно там Иисус говорит о отцеживающих комара. После этого он выйдет из храма, вы помните, произнесет 24-25 главу, большую свою речь о том, что будет в последние времена. 23 глава – это укор вот таким вот слепым вождям слепых. Я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю всего самого доброго, всего самого светлого в вашей жизни. Я желаю вам всем познать истину. Не быть глупцами, не быть дураками, не быть действительно невеждами в том, что действительно важно для вас. Цифры, имена, сроки, там, нюансы какие-то. Вы можете забывать, это нормально. Мы с вами люди, мы не киборги, не роботы. Вот. Мои ролики все, я их не монтирую. Я, может быть, при монтаже задумался, взял бы там, вырезал, что я сказал, что это обрезанный. Думаю, мне надо все-таки вырезать. Или пока решил посмотреть и обрезал, я свои ролики не монтирую. В основном, вот все, что вы видите, вот эти, когда вы сразу поймете, монтированный ролик или нет, где вот эти сложности переключения, кривое все вы видите, и, потому что разные окошки, у них разный масштаб. Когда монтирован ролик, там видно, там все более-менее идеально, все плавно у меня там. Пере... И то я это монтажом, я сейчас стал заниматься, опять кто знает, я отдельный канал открыл для отрывков, для таких эпизодов «Христолюб избранная». А на проповеди, на чтение Библии я их вообще никогда не монтировал. Я монтирую очень редко, если раньше это было, когда останавливал что-то заново. Сейчас есть кнопочка пауза, я могу там что-то обратиться куда-то, или даже, грубо говоря, там взять стакан воды попить или в туалет сходить. Я могу на паузу просто поставить и дальше записывать. Я их не монтирую, я их не переслушиваю, соответственно, потому что когда монтируешь, ты слушаешь. Вы все их слышите в живом режиме. Я могу ошибиться. Вот православными такие. Они гнобят своих. Загнобили этого Головина, Киберпопа. За что? Вырвали там у людей тысячи роликов. Тысячи. У меня тоже уже тысячи, больше тысячи. У них больше пяти... под, 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 под пять, под десять тысяч роликов. Загнобили их. Это вот все православие в этом гноблении. Так что вот так вот. Я патриарха не фарчмил, не оскорблял, ни ват не посылал. Я говорю, я даже его тронул как авторитета, только чтобы показать, что бабушкина богословие исходит из, из уст якобы настоящих богословов. Да. А оно что это? И более того, если бы это хоть какую-то пользу принесло, а это полная чушь. Это не доказывает э, то, что он убедился, вот это все, что Дева Мария была Девой. Это не доказывает. У них вся логика так построена. О чем не возьми, общайся, почему вы там это причастие булка Богом сделали. Что все некрещенные в ад идут. Куда не тыкни потом. Это просто я показал очередной раз, какая разница. На этом примере. Я на других, у меня есть и другие, конечно, темы, я затрагиваю. И так куда не тыкни. Куриная слепота ничего не видит. Ничего не хотят признавать, ничего слушать не хотят. Очевидные вещи, очевидные. Все, я на это прощаюсь, прочитаю вам напоследок в моем исполнении 23 главу Евангелия от Матфея. Всем желаю всего-всего самого-самого доброго и светлого. Пока-пока. Тогда Иисус начал говорить народу ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище, а сейчас на Иисусовом сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они доброго велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их злым не поступайте, ибо они говорят и ничего не делают, связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем своим пошевелить. Все же дела свои делают только с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и в храмах. И приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, учитель». А вы не называйтесь сами учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйте настав, не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает сам себя, тот унижен будет, а кто унижает сам себя, тот возвысится. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите и хотящим войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Горе вам, вожди слепые, которые говорите, которые говорите, если кто поклоняется храмам, то ничего, а если кто поклоняется золотом храма, тот повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освещающий золото? Также, если кто поклоняется жертвенникам, поклянется жертвенникам, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освещающий дар? И так клянущийся жертвенником клянется им и все, что, всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. На нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, они сытмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете, очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые сбили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи порождения и ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену. Потому, что, потому вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахина, который вы убили между храмом и жертвенником. Истинно, истинно говорю вам, что все это придет на этот род. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните» благословен грядущий во имя Господне.